Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители портала armtorg.ru, медиагруппа «Армторг» и журнала «Вестник арматуростроителя». Мы ведем наш репортаж с выставки «Нефтегаз-2016», и сегодня мы представляем вашему вниманию уникальную встречу. Встречу с заводом, я не побоюсь назвать, имеющую все шансы быть одним из ведущих сегодня производителей российской трубопроводной арматуры. Георгиевский арматурный завод. И сегодня мы проведем беседу, встречу с генеральным директором Осачевым Сергеем Владимировичем, который расскажет нам о стратегии завода, продукции и, конечно, последних событиях предприятия. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Ну, все прекрасно знают, да, что наше предприятие было одно из ведущих, но, конечно же, ведущими нам было стать тяжело. Были много перипетий на пути завода к сегодняшнему дню. Завод менял собственников, у завода была опасность практически полной остановки. Но в 2015 году волей судьбы у нас появился настоящий хозяин. То есть пришел человек, собственник, производственник, коммерсант, который пришел на завод не просто там поиграться или что-то поэкспериментировать. Он пришел делать бизнес в Россию. И, в принципе, понимая, что такое арматурный бизнес, что нефтегазовая отрасль, какие бы кризисы ни были, она в России просто огромна, и места хватает всем. И в апреле месяце мы поменяли собственника, и с этой поры на заводе произошли огромные перемены. На заводе подняли заработную плату, причем очень серьезно. Завод практически в два раза увеличил численность персонала. Завод по итогам 2015 года вырос на 113% своей реализации. То есть с 240 миллионов мы перевалили в планку в 538. То есть это просто такой результат. Я думаю, мало, конечно, таких заводов могут похвалиться таким ростом. Да, конечно, многие заводы имеют гораздо большую реализацию, чем мы. Поэтому этот результат относительно, конечно, может быть и небольшой, но для нашего завода более чем двукратный рост – это впервые в истории. На 2016 год, конечно, планка уже пониже. Мы пытаемся вырасти на 20-25%, но опять-таки скажу, почему так. Планы были побольше, но завод сейчас проводит глобальную модернизацию, глобальные ремонты. Ремонтируются все здания предприятия, бытовки, ремонтируется там инфраструктура предприятия, заменена котельная, меняется технология производства, что очень важно. То есть мы закупаем не только механообрабатывающее современное оборудование, но и мы полностью меняем технологию сталелитейного цеха. Требования покупателей к литью сейчас гораздо возросли. Не только к его технологичности, но и к товарному виду. Тот процесс получения отливок в стальцехе, который был, не позволял нам удовлетворять эти требования. Сейчас мы полностью будем менять эту технологию. То есть производство форм будет основано на технологии ХТС, холодно-твердеющих смесях. Отливки будут, сталь плавится, как и в дуговых печах, как и было на данный момент. Ну а также закупаем индукционные печи, печь для выплавки особо ответственных сталей. То есть благодаря этому мы значительно улучшаем как экономику производства, так товарный и вид нашей продукции. Это очень немаловажно. Строится новый цех, он уже практически у нас к концу мая месяца он должен быть сдан в эксплуатацию, начнет поступать первое оборудование, которое уже оплачено и уже практически ждет своей отгрузки для установки в этот цех. То есть только в этом году собственник планирует вложить в наш завод и уже вложил и вкладывает порядка 2 миллионов долларов. Немалая сумма. Общие инвестиции в предприятие по предварительным оценкам за несколько лет могут составить до 1 миллиард рублей. То есть такого завод не видел на протяжении всей своей истории. Поэтому планы у завода грандиозные. Мы постоянно, даже в достаточно сложные времена для завода, занимались все-таки разработкой и выпуском новых изделий. Сейчас же это идет семимильными шагами. На нашем стенде вы можете увидеть фонтанную арматуру. Это не муляж. Это, по сути, действующие образцы. Они сейчас проходят процесс сертификации. Для его производства как раз закупается оборудование. В Пензе заказаны современные стенды, которые позволяют испытывать арматуру давлением до 1500 атмосфер. То есть это то, что надо требуется фонтанке по всем диаметрам, по всем давлениям.
Как я сказал, это не муляж, действующий образец. Процесс сертификации идет полным ходом. Освоена она была менее чем за год. То есть все вот это, что находится на стенде, при заказе покупателя, учитывая срок ее изготовления, мы можем уже принимать заказы спокойно, потому что к моменту отгрузки сертификацию, я уверен, мы пройдем. Почему? В разработке этих изделий принимали ведущие конструктора Азинмаш. Это Бакинский институт, который в свое время в Советском Союзе как раз таки и занимался внедрением всей фонтанной арматуры на территории всего Советского Союза. То есть Курган, Воронежский завод и все остальные выпускали именно арматуру по чертежам Азинмаш. То есть мы впитали лучшее, взяли у современных, мы смотрели очень много и кэмероновских задвижек, и воковских, всех, в принципе. Благодаря опыту наших людей мы нашли как преимущества в конструкциях, так и недостатки. И я думаю, мы смогли создать такой серьезный симбиоз, который впитал в себя лучшее из конструкций и исключил недостатки тех конструкций. То есть на нашем стенде как раз таки находится главный конструктор, который все это делал, который все это внедрял, который может рассказать все эти тонкости, все преимущества. Политика наша достаточно проста. Мы не собираемся говорить, чем хуже продукция конкурентов, мы всем готовы рассказать, чем лучше наша продукция. И этим мы собираемся как раз-таки завоевать рынок. Да, на рынке фонтанной арматуры у нас очень серьезные конкуренты. Такое молодое предприятие, как Техновек, все, наверное, его знают. Очень бурно развивается, серьезнейшее предприятие. Но в данном вопросе мы с уверенностью смотрим в будущее, поскольку мы знаем преимущества нашей арматуры перед их. Мы занимаемся достаточно уже серьезной рекламой нашей арматуры, особенно фонтаны. Мы избрали путь продвижения ее потребителю, именно эксплуатационщика. Мы побывали уже на нескольких предприятиях, которые эксплуатируют фонтанную арматуру. Достаточно были серьезные продуктивные встречи, намечены дальнейшее развитие. С большим интересом встречена наша продукция. Конечно, в том числе и механики говорят, что, ребят, продукция ваша хороша, но есть, конечно, вопрос цены, потому что рынок есть рынок, и это уже вопрос коммерсантов. Поэтому наша задача здесь убедить механиков в том, что наша продукция будет для них нужна, что они готовы ее эксплуатировать, поскольку это очень серьезная арматура, это не общий пром, где, как говорится, что тут нового придумаешь. Хотя и здесь у нас есть свои сейчас разработки, ноу-хау. Я думаю, в течение года арматурный рынок о них узнает. Я сейчас не буду про это рассказывать, будет сюрпризом для наших конкурентов, я думаю, очень неприятным. В этом ракурсе мы также работаем. Поэтому в данном вопросе завод очень серьезно ведет работу. И благодаря новому собственнику мы очень с оптимизмом смотрим в будущее, потому что произойдет достаточно серьезная модернизация всего оборудования, начиная от механосборки. И что очень важно, произойдет смена, как я сказал, оборудования и производства и технологии в литейном цеху, что для нас и для клиентов будет очень важно и востребовано. Сергей Леонидович, очень емкое изложение. Вы на многие вопросы уже ответили, но остается один из немногих вопросов. ГИАС, как преемник завода RZL, ну, собственно говоря, как предприятие нового типа, выпускает сегодня арматуру не только для нефтегаза. Какие еще секторы сегодня охватывает ваше предприятие? Многие спросят, а где же задвижки, те самые славные, клапаны запорные? Не прекратилось ли выпуск данных изделий? Нет. Конечно же, все, что мы сейчас выпускаем, мы только улучшаем, развиваем и продолжать будем выпускать. Я скажу более того, выпуск задвижки в портфеле завода, он только растет. Он растет не только потому, что мы более конкурентны, наверное, в данных видах продукции по сравнению с нашими, так сказать, заводами аналогичными. Рынок сам о себе говорит, да, вот маркетинговое исследование рынка говорит, что сейчас задвижка клиновая, по сути, снова отвоевывает рынок.
Если раньше тенденция была там, к развитию шаровых кранов, поворотных затворов и так далее, то последние два года идет определенный разворот снова в сторону клиновой задвижки. То есть шаровый кран, поворотный затвор уступают по объему рынок, а клиновая задвижка растет. Поэтому это наша основная продукция, отказываться от нее сейчас просто невозможно и не нужно. Я вам более того скажу, что мы продолжаем развивать и закрывать линейку нашей клиновой задвижки. Так, на этот год у нас запланировано 250 и 300 на 63. То есть, помимо основного направления фонтанной арматуры, которой сейчас брошены огромные усилия, мы не забываем про клиновую задвижку, мы ее продолжаем развивать, закрывать модельные ряды. Да, может быть, завод в меньшей степени будет выпускать задвижки малых диаметров и малых давлений. Да, здесь мы, наверное, можно сказать, проигрываем рынок, но мы не особо на этом расстраиваемся. Как бы рентабельность на ней невелика, пусть эту нишу займут другие заводы, мы готовы там немножко подвинуться, но в более таких больших диаметрах, больших давлениях мы как раз таки будем у других отвоевывать долю ихнего рынка, продолжать развивать, и поэтому задвижка не исчезнет. По обратным клапанам то же самое у нас происходит. В этом году мы внедрили 250, диаметр 250, 16, 25, 40. Правда, на этот год больше с клапанами мы не будем заниматься. Завод занимается развитием предохранительного пружинного клапана. Тоже не буду рассказывать все тонкости раньше времени, но я думаю, что в течение года мы значительно расширим ассортимент предохранительных клапанов, раз мы о клапанах говорим, и, соответственно, ассортимент блоков, в которые они будут включены. В этом ракурсе, еще раз говорю, планы очень огромные, и задвижка, и клапан, они не будут уходить из линейки, они только будут, наверное, нарастать. Замечательные новости. Не могу вам не задать вопрос по сегодня кадрам. Вы сказали, что у вас повышенная заработная плата, завод расширяется. Как вы сегодня ведете подготовку кадров, подготовку специалистов, конечно, проектирование новых типов арматуры? Ну, начну с последней части вопроса. Благодаря новому собственнику и, как бы сказать, повышению заработной платы, все прекрасно понимают, что специалисты стоят денег. Благодаря новому собственнику очень значительно расширен у нас конструкторско-технологический отдел. Мы вернули старых специалистов, да, те, которые в силу определенных обстоятельств ушли с завода на другие предприятия, уехали даже с нашего региона, мы их возвращаем, многих вернули, то есть старый добрый костяк мы вернули. КТО значительно пополнился молодыми кадрами, это девушки и парни. Причем мы очень сильно возлагаем на них надежды. Более того, я скажу, если раньше конструкторско-технологический отдел составлял там 4 человека, да, как бы сказать, да, это очень мало для такого завода, поскольку направлений очень много. Это и проектирование, это и технологии, это изготовление оснастки не только механической, но и литейной, то есть это изготовление модели, изготовление оснастки для мехобработки. То есть по каждому этому направлению нужен свой специалист, а человек не может быть гениален во всем. То есть если конструктор, он занимается там разработкой, да, технолог совместно со своим конструктором уже думает, как это обработать, как это, чтобы было технологично, производительно и так далее, потому что вопрос себестоимости никто не отменяет. Конкуренция на рынке очень серьезная. Поэтому пришли молодые парни, девушки, и мы видим, что им это интересно. Вот что самое важное. Ведь сейчас молодежь вот в такие специальности, а учитывая, что наш завод находится в таком достаточно отсеченном регионе, да, если мы посмотрим там на башкирский анклав, где в Уфе находятся и профильные институты, и многое другое, да, и Благовещенский завод такой гигант, можно сказать, и на базе его мы знаем, что возникло из выходцев специалистов этого завода возникло несколько достаточно серьезных предприятий, то наш завод, он все-таки находится в таком регионе, где он отрезан от этих путей, и мы, понимая это, воспитываем свои кадры. Поэтому я сказал, молодежь пришла, молодежь грамотная, молодежь заинтересована, и мы на нее надеемся. Поэтому в этом ракурсе мы занимаемся в других направлениях. То есть, по сути, мы кадры воспитываем сами. Деваться некуда, это сложно, это, наверное, по времени тоже достаточно длительный период. Но
Новый собственник привел нам, усилил нашу команду достаточно ключевыми игроками, главными специалистами. Понятно, что они все сами сделать не могут, но они уже могут учить. Благодаря этому завод значительно усилил свою интеллектуальную мощь. И благодаря этому мы можем сейчас набирать, в принципе, в том числе изменилась политика, в частности, Ставропольского края, в частности, главы города и так далее. У нас проводятся постоянные встречи по поводу того, что же нужно бизнесу, какие нужны специалисты, почему средние специальные учебные заведения, высшие специальные там, заведения, институты, университеты, почему они перепрофилировались с технических направлений на какие-то гуманитарные, экономические. То есть тот, кто выпускал раньше там механика, сейчас выпускает там экономиста или выпускает юрист. Это очень сильно сейчас вопрос интересует на таком политическом, государственном уровне. И благодаря этому стала возвращаться вот эта техническая начинка наших, особенно среднеспециальных заведений, потому что ВУЗ это все, конечно, здорово, но мы нуждаемся очень серьезно в специалистах среднего звена. Это начиная от мастера. Потому что какой бы человек ни был там работящий, какой бы он ни был специалист, без мастера он все равно, то есть, извинись, какой бы оркестр великий ни был, всегда в комментарии пишется под управлением какого дирижера. Поставь другого дирижера, и вроде бы коллектив, который уже прекрасно выступает 10 лет, он будет играть по-другому. Поэтому всегда роль за дирижером, то есть это за мастером, за начальником цеха, за руководителем отдела. Я уже там молчу про своих там профильных замов, включая себя. Поэтому мы имеем основных ключевых специалистов и основной удар по подготовке кадров делаем на себя. Благодаря тому, что собственник понимает, что будущее за кадрами и кадры решают все, это не просто лозунг советских времен. Есть возможность поддержки молодых специалистов дополнительными премиями, стимуляцией, оплатой жилья. То есть очень грамотные ребята, все которые сел, да, вот, допустим, с окрестных сел, ну, допустим, дорого ездить или еще что-то. Молодая семья, да, где, как? Общежития нет при заводе, это факт. Но мы готовы оплачивать квартиры. И это очень сильно стимулирует молодежь для того, чтобы работать на заводе. И таким образом мы вот сейчас, тот кадровый голод, который был у нас еще, можно сказать, год назад, благодаря вот этим решениям, правильным решениям, я думаю, что мы его в большинстве своем решим. Я не могу не порадоваться за ваш завод, потому что было время, когда все говорили, что завод практически уже умирает. Да, и да, это бывает. Как возрождение Феникса на самом деле. Какие у вас планы на 2016 год, планы именно в развитии производства? Каким вам сегодня видится российский рынок? То есть, что собой он сегодня для вас представляет? Все-таки это нефтегазовый, теплоэнергетический или нефтехимический рынок для вас? Ну, для нас, наверное, все-таки основное направление – это нефтехимия, нефтяники и химики. Потому что большую часть продукции мы все-таки поставляем на серьезные предприятия. Завод очень большую работу провел для того, чтобы выйти на рынок самостоятельно, то есть поставлять напрямую на крупные нефтехимические гиганты нашей страны. Ушли от трейдерства, но, как вы вчера видели, мы дилерство развиваем, потому что этот сегмент также для нас интересен. Заводу пока еще тяжело быть везде и вся. Все-таки у многих компаний есть наработки, есть достаточно тесные уже связи. И заводу иногда, в том числе, удобней все-таки решать свои какие-то проблемы через дилеров, имея какой-то гарантированный объем сбыта и так далее. Поэтому рынок для нас это пока он основной и ориентирован все-таки на Россию. Это очень серьезный рынок. Да, он сокращается. Все-таки кризис и цены на нефть дали свои плоды, потому что вот если посмотреть даже на участие нашего предприятия на многих лотах крупных предприятий, не буду их называть, проводятся тендеры, где-то мы побеждаем, где-то не мы, это, как говорится, коммерция, и есть неплохая тенденция, что эти лоты просто отменяются потом. То есть коммерсанты сделали свою работу, провели тендер, получили, значит, победителя, а ремонты, какие-то работы на МПЗ, на каких-то предприятиях замораживаются, просто замораживаются. Это, конечно, плохая тенденция, но
объем рынка России таков, и объем производства нашего предприятия по сравнению с ним таков мал, что вот эти бури, которые идут наверху, они больше пусть пугают предприятия, которые нам еще, конечно, догонять и догонять. Мы же пока со своей долей рынка, я считаю, благодаря нашей команде, всегда сможем забрать ту долю рынка, которую мы можем произвести. Пока я рад, что предприятие работает на пределе возможного. Мы даже вынуждены были отказываться от некоторых заказов, поскольку не успевали вложиться в те сроки. Угу. Все-таки политика предприятия, что с покупателем, с клиентом надо вести себя честно. И если клиенту надо в какие-то сроки, а мы не можем это сделать, мы все-таки честно говорим: извините, ребята, но мы взяли заказы, и мы перед теми покупателями, перед теми клиентами несем ответственность. Мы можем вам выполнить заказ вот в такой срок. Устраивает клиента, милости просим. Мы берем заказ в те сроки, в которые мы можем. Нет, значит, говорим честно, нет. Готовы даже потерять, но политику взять, а потом обмануть, это только утопия, это потерять клиента, поскольку срок, качество на рынке, они уже не стоят. То есть срок и качество продукции – это два титана нашего рынка, которые для наших покупателей просто даже не стоят. Это просто должно быть. Если вы это нарушаете, априори, если вы это нарушаете, то все, про вас забывают, и вы уходите с рынка. Поэтому в этой политике мы, говорю, работаем сейчас на максимуме. Да, у нас может быть... Хотелось немножко другую структуру сбыта, может быть, смещение в сторону какой-то продукции, нежели другой. Это уже наши внутренние вопросы, это рынок. Я думаю, мы со временем здесь у нас все будет хорошо. Но в данном случае, еще раз говорю, даже при снижении рынка некоторые компании наращивают инвестиции, потому что для многих кризис, для серьезных компаний, которые знали, что это будет, которые к этому готовились, кризис – это дополнительный шанс. И я вот считаю, что для нашего предприятия пока в кризис все складывается более чем достойно, более чем положительно для нашего предприятия. Я думаю, что для нас это очень серьезный шанс усилиться, завоевать дополнительные доли на рынке, завоевать дополнительные сегменты, получить, может быть, где-то каких-то специалистов, которые могут потерять другие предприятия. Сергей Владимирович, один из последних вопросов. Мы задаем его очень многим российским производителям, не исключение вы. Сегодня многие столкнулись с таким явлением, когда европейские потребители начинают обращать внимание на российскую трубопроводную арматуру. Дело в том, что из-за того, что рубль сегодня девальвировал, качество осталось прежним, на зарубежных рынках появилась возможность конкурировать с зарубежными компаниями на их домашних рынках, то есть экспортировать. Как вы относитесь к самой идее экспорта? Есть ли в планах у компании экспортировать в ту же Европу и в другие страны? Конечно, конечно. Глупо было бы не рассматривать возможные рынки сбыта. То есть и собственник эту задачу перед нами ставит. Единственное, что на данный момент мы сейчас, нас это сдерживает, мы должны провести программу модернизации предприятия. То есть без этого нам будет сложно конкурировать, скажу честно. Многие крупные покупатели, я молчу про российские, вот на этот год у нас запланировано, по-моему, 3 или 4 аудита крупных нефтегазовых компаний. То есть предприятия нефтегазового сектора стали очень серьезно относиться к своим поставщикам. Не секрет, да, что многие говорят, что мы отечественные производители, а сами занимаются, мягко говоря, там, поставкой китайской арматуры под своими брендами. Видимо, это уже все, надоело рынку. И многие нефтехимические компании сейчас проводят аудит. Они у нас намечены на этот год и пройдут. То же самое, скорее всего, будет проводить и крупный покупатель на западном рынке. Потому что отказаться от аудита невозможно, но все-таки уровень технологий западных производителей, да и китайских, уже сильно подрос. Поэтому для того, чтобы мы не ударили в грязь лицом, чтобы мы действительно доказали, показали и обеспечили необходимое качество западному рынку, наш рынок требует не менее качественной продукции,
мы сначала должны завершить программу модернизации, пройти соответствующую сертификацию, потому что западный рынок – это, скорее всего, сертификация по API. API 1N. Да, обязательно. Этого пока у завода нет, поэтому это все у нас в планах. И я думаю, что в 2016 году мы, наверное, особо внимания не будем этому уделять. Особое внимание – это у нас все-таки модернизация производства, развитие линейки для отечественного рынка. А вот начиная с 2017 года, когда мы все это завершим, когда мы запустим новые цеха, один, как я сказал, будет в конце мая запущен, другой цех, второй, более даже крупный, он намечен на вторую половину года, начать его стройку. То есть к этому периоду завод выйдет на необходимый уровень, уровень технологий, уровень соответствующих западным представлениям именно о современной трубопроводной арматуре, о ее производстве. И тогда, скорее всего, мы обязательно пойдем на эти рынки. Замечательно. Остается пожелать вам только всего самого наилучшего. И, конечно, чтобы ваш собственник также твердой рукой руководил и вел вас только вперед. Напоминаем, что сегодня на наши вопросы отвечал генеральный директор Георгиевского арматурного завода Ставропольский край Астачий Сергей Владимирович, который рассказал о стратегии предприятия, о новинках и, конечно же, самых лучших событий, которые происходят сегодня на предприятии. Сергей Владимирович, традиционный вопрос в завершении нашей встречи. Ваши пожелания. Пожелания всем, кто верил, всем, кто не сдавался и всем, кто сегодня с вами, в том числе и вашим дилерам, тем, кто продвигает вашу продукцию. Ну, я думаю, все убедились, все увидели, что завод идет вперед, завод модернизируется, завод улучшается, завод повышает качество своей продукции. Поэтому все, кто был с нами, я думаю, что они и останутся с нами. Те, кто еще сомневался в продукции нашего предприятия, смотрел в сторону конкурентов, прошу очень пристально обратить на наш завод. Мы открыты для всех. Все, кто желает посетить наше предприятие, милости просим. У нас прекрасный завод, нам уже есть что показать. У нас прекрасный регион, поверьте мне. Вы должны приехать к нам не только с деловой программой, поэтому прошу вас намечать поездку на несколько дней. У нас прекрасные места. Все покажем, все расскажем. Я думаю, мы сможем вас убедить, что наше предприятие более чем перспективно на рынке. Всем же нашим конкурентам хочу пожелать того, что данное время, время серьезных перемен, время, в которое можно очень многое сделать, благодаря тому, что есть сейчас перспектива, в том числе есть перспектива и помощь от государства, есть перспективы выйти на новые рынки, есть перспективы развить собственное, отечественное производство, несмотря там, на развитие там, китайской арматуры или еще какой-то. Это делают многие, я хочу им пожелать в этом успехе. И как бы это ни было банально, скажу, что чем выше конкуренция, тем лучше рынок и тем лучше нам. Мы становимся сильнее, сильнее вместе с нашими партнерами, потому что напротив находится стенд, по сути, наших конкурентов, но многие ребята в этой компании выходцы из нашего завода. Поэтому с многими мы дружим, с многими мы общаемся, и я хочу пожелать только успеха им, успеха нам, и я думаю, что успех не будет долго нас ждать. Прежде всего, человеческие отношения – это очень важно между конкурентами в том числе. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Спасибо. Остается пожелать вам успехов и новых достижений. Спасибо. Удачи.